У меня золотой шар! Золотой шар? Сосредоточусь. Я тебе подарю. Ты тоже сосредоточилась? Всем привет! Папа! Что? Что с тобой? Что со мной? У тебя лизун. Где? Посмотри в карту. Ничего себе! Он на тебя напал! Это что такое? Это лизун! Он ко мне! Откуда он взялся? Этот лизун! Это он из другой игры пришел. У нас сегодня совсем другая игра. Сегодня у нас красный шар против зеленого короля. И, кстати, не пропустите, именно в этой серии мы найдем золотой шар лол. Приготовьтесь, у нас будет распаковка. Вы на канале Папа и Дочки. В этой серии мы наконец-то освободим подругу нашего красного шарика Рози из злых объятий зеленого короля. Ну что, поехали освобождать нашу Рози. Я так боюсь за нее. Вдруг половинка поехали. Уже осталась. Вдруг так. Уже последняя половинка осталась. Девочка, не отвлекай, видишь, я влетаю. Сейчас, подожди, раз, два, фух, проскочил. Прыжок. Так. Смылся. Так, все. И перепрыгнули. Отлично. Фух, этого иракеза мы... Эй, сердечко забыл забрать. Да ладно. Сейчас, если погибну, использую. Так. И... Эх. Теперь можно забрать сердечко, да. Так. Раз, два. Мне стоп. Эта игра. Так, мы... Ах, в иракеза врезался, Аришка. Надо сосредоточиться. Это рок. Такой рок. Да. Но это иракез. У него такая из волос такая штука сделана. Иракезы такие, да? Да, иракезы. Да что такое? Прям одна за одной жизни теряются. Сейчас. Опа, есть. Фух, вот сердечко забрал. Отлично. Так, аккуратненько. Берем ключик, сосредотачиваемся. Рози, что ты такая бешеная? А-а-а! В самом конце ты видела, Арина? Об шипы, об потолок стукнулся. Рози, что ты такая бешеная? Это клон Рози. Это... Клон Рози, что ты такая бешеная? Она не хочет пропустить красного шарика к настоящей Рози. Она помогает зеленому королю. И вон тот синий шар тоже помогает зеленому королю. Они все помогают зеленому королю. Это, наверное, клон. Это те, которые успел, которые Нет, король. Нет, Ариша, клон только Рози. Потому что все остальные это... О, фух, проскочили, наконец-то мы прошли этот уровень. А все остальные-то просто могут. А как тут проходить? Так, подожди, сейчас, Аришечка, я соображу. Оп, фух. О, это сложновато. Совсем просто. Кому просто, кому нет. Сейчас они... Опа, есть. Так, есть. Оп, так, аккуратно там шипы. В самый последний момент, сам себе сказал, аккуратно, там шипы. И что я сделал? Я в них врезался, конечно. Опять врезался. Безобразие какое-то. Это самый шарик. Мне надо просто хорошенько сосредоточиться. Сейчас сосредоточусь. Я тебе подарю. Ты тоже сосредоточилась? Сейчас, смотри. Прыжочек, опа, есть. Ха, о, фух, можно расслабиться. Ого. Так, а теперь катапульты. Бамс, ты видела? Это было некрасиво. Бамс, да что такое? Фух, пролетел. Да что такое? Я смешно. Так, прыжочек. Прыжок, сюда. Да. Давай еще одна попытка. Так, прыгаем, смотри, бамс. Готовимся. Пошли. Да что ты будешь делать, а? Готовимся. Есть, ключ собрал. Теперь аккуратненько проскакиваем этих розиков. Есть. Фух. Теперь просто иракезов. С иракезами совсем просто. Угу. Раз. Просто перепрыгивать и все. Да что такое? Такой простой момент, и я... Врезался. Ладно, еще одна попытка. Перекольчиков. О, смотрите, в этот раз я быстренько проскочил.
парень. Как так? Так, попытаюсь перескочить сейчас. Так, взяли ключик. Сейчас. Блин. Как ты думаешь, когда они встретятся с Рози, что они будут? О чем они будут говорить? Я не знаю. О, привет! Да, они соскучились друг по другу. Так, смотри, тут ракеты бегают, прыгают. Не понять. Я так долго тебя ждала, а я так долго тебя ждала. Там были всякие злые, и я их прошел немного, не проходил. Есть. Фух, я проскочил который. И, наконец, до тебя добрался. Да, ура! Пойдем домой, пойдем. Ты целую сказку рассказала прям. Это я нечаянно, случайно назад нажал. Так. Да что такое? 10 жизней. Никто не поможет. Никто не поможет, тут только сами. Либо он сам доберется до Рози, они будут жить долго вместе и счастливо. Либо никто не поможет. Вообще, на самом деле, игра очень сложная. Я не знаю, кто для детей это делал. Мне самому, например, очень сложно ее проходить. А ее сделали, представляете, для детей. Это как так? Не буду собирать эту сердечку. Тут главное пройти. Есть, фух. О, следующий этаж. Так, Ариша, пока не будем идти на следующий этаж, потому что нас ждет что? Рубрика? Распаковка! Сейчас буду открывать лол. Да, прошлое видео набрало 700 лайков. И я купил Аришке лол. Она его заслужила. Теперь смотрим вместе, что нас ждет внутри. Ура! Ариша, ну и что ты кричишь ура? Набрало 700 лайков. Ну и что? Давай мне лол сюда. Я же тебе должен, ну точно, ну держи. Спасибо. Ну что, распакуем? Да. Ну давай. Ну что, Аришка, начинаем распаковку? Начинаем. Вот такой вот сегодня у нас шарик лол. Ариша, ты же знаешь, что это китайский шарик? Да. Ничего страшного? Ничего страшного, это же все равно подделка. Да, просто у нас в магазинах нету оригинальных лол. Ну давай, начинай. Да, открывай коробочку. Открываем. Так, внутри что у нас? Шарик. Шар. Отлично. Я посмотрю сначала девочек. Вот она какая. И самочка, я ее хочу. Ну посмотрим, что будет внутри. Да, давай. Я думаю, что русалка. И я думаю. Пока Ариша открывает первый слой, Рита, покажи, какая тебе досталась в яйце куколка лол. Да, ребята, скоро у нас на втором канале выйдет, короче говоря, лол. И там Рита откроет яйца с лолами. Так, есть, под первым слоем есть бумажка. Что на ней? Покажи. Точно такой же? Что? Так, как у Риты вчера. В прошлый раз. Ариша, приступай ко второму слою. За замочек. Давай. Наклеечки я уже вижу. Есть? Да. Итак, что здесь? Такой же значок, как у Маргариты. Да. В комментариях написали, что это означает, что кукла меняет цвет в ледяной воде. У меня золотой шар! Золотой шар? Ты нашла наконец-то золотой шар! Да. Наконец-то мы нашли! Это невероятно! Ага, если вам нравится золотой шар, поставьте лайк! Теперь нам надо узнать, что же лежит в этом золотом шаре! О! Опять пупырчатый! О-о! Есть, сняли слой! Доставай в пакетике! Ага! Ну что же! Зелененькая бутылка. Классно. Резиновая? Резиновая. Все, да. Давай дальше. Давай следующий слой. Золотые туфельки лол.
Неужели такая же, как у Маргариты? Так. Так, подожди, крышку сначала сверху открывай. Там пакетик уже видно. О, давай. А, так, и что же у нас тут? О, сейчас мы узнаем. Давай посмотрим, что в этом пакетике. Такое же платье. Платье. Такое же? Нет. Другое платье. Так. Отлак вот давай. Теперь самое главное. Открываем шар лол. Хорошо, что у меня золотой. Мне нравится. Золотой шар лол. Я так долго ждала золотого шара. Ну давай, открывай, Аришенька, шар. Ух ты. Что у нас внутри? Так. Давай раскроем же все-таки куколку. Давай. Доставай, Аришечка, куколку. И что мы видим? Поверни-ка к камере. Вкусно пахнет. Девочка похожа на Маргаритину. Рита, неси свою куколку, посмотрим. Одевай пока, Ариш, свою. Итак, у нас получается вот такая куколка, а вот такая была у Риты. Получается, они почти две одинаковые. Да, и только тут зеленая бутылочка и золотой ободок. А у Риты голубенький ободок. И при том платье у нее вот такое у Ритиной куколки, а у Ариши вот такое платье. Я вставила. Ну что, Ариша, ты довольна? Да! Теперь нам надо что набрать? 800 лайков! И мы откроем еще один лол, да? Да! Отлично! Спасибо, что вы меня распаковали! Все, я пошла пока! Друзья, благодаря вам появилась вот эта куколка у этой замечательной девочки Аришки. Благодаря вашим лайкам. Да. Давайте в этот раз наберем 800 лайков, и тогда Аришке достанется еще одна куколка лол. Все, ставьте дружно лайки, а мы продолжаем спасать Рози от злого зеленого короля. Итак, красный шарик вперед. Давай, поехали. Раз, два, раз, два, раз, два, три, четыре. Рози, остался один этаж. Между мной и тобой один этаж. И мы встретимся с тобой. Так, готов. Опа. Ты прям стишок рассказал. Конечно. Так, так. Опа, есть. Фу. Я закрою глаза. Не надо закрывать. Смотри, смотри, как мы... Есть! Прошел эту комнату. Странно, шипы, ощущение, что они прилипли в воздухе. Непонятно. Непонятно. Так. 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 А почему он так, сам по себе так, прыгает? Есть. А я не знаю, он как заведенный. Так, вниз. Как бешеный. Да, бешеный красный шарик. Смотри, белые опять эти штуковины. Так, раз. Два. Ключ забрали. Идем обратно. Так. Раз. Опа, есть, вот так вот. Теперь, смотри, надо аккуратно на катапульте. Есть, фух. Не знаю, как это получилось. Есть, нет. Есть. Да, фух, точно, получилось. Это опять не круто. Крутящиеся бензопилы. Это случайно, я не знаю, как это получилось. Не получилось. Я думал, вдруг сейчас пролечу, проскочу освобожу. Так, тут прям они крутятся, вертятся. Ай. Ой. Просто он сам по себе прыгает. Почему он не останавливается? Ну это специальная такая игра, Аришечка. Так, и вот... Вообще, для малышей, для ляли даже. Ляли не пройдут. Ты что, это такая сложная игра. Тут надо прям... Смотри, вот как... Прям... Так, так, последний момент. Есть, есть, есть. Здорово. Задание в этом видео такое. Ребята, напишите, как красный шарик победил зеленого короля. Первые попадут в видео, а остальные получат лайк. Зеленый король, ну все, хана тебе. Так, понятно, надо ему на голову прыгать. Ну все, поехали, битва, зеленый король и красный шар. Бежим, бежим. Так, бензопилы, шипы, чего тут только нету. А вдруг он
вызвать своих помощников? Не, не будет у него помощников. Это битва один на один. Всех помощников мы оставим. Ой, мне прилетело сверху по голове шипом. Но с другой стороны, смотри, шипом прилетает, а у него жизни не восстанавливаются. Жизни не восстанавливаются, это хорошо. Так, ждем, пока он сюда придет. Помнишь в красном шарике, помнишь? Иди сюда, зеленый король. Иди сюда, зеленый король. Я тебе сейчас настучу по голове. Ну, почему ты от меня убегаешь? Ты вниз, я вниз. Ты вверх, я вверх. Есть, получай. Будешь знать, как воровать чужих невест, Рози. Рози. Да, сейчас мы тебе, сейчас я тебе настучу. Ой, он не стучит сразу. У нас еще... У нас много, а у него мало. Есть! Зеленый король побежден! Ну, ключик, идем. Идем. Сердечко забрали. Есть. Рози, у меня ключ. Я нашел ключ. Я тебя сейчас спасу. Рози. Привет, солнышко мое розовое. Привет, подружка. Ты такая умница, дождалась меня. Ты такой молодец. Ты спас Рози. Конец. Победители прошлого видео! Ребята, вот картиночка. Молодцы, победили, а правильно ответили на задание. Отвечайте и вы на задание, которое было и в этой серии. Тоже попадете в видео и получите лайк от нашего канала. Какой добрый, хороший конец у этой истории! Все, молодец наша Рози. Ой, наш красный шарик, молодец, он спас Рози, а Рози его дождалась темница. Друзья, ставьте лайки. Спасибо за просмотр. А представляете красного шарика в клетку? Нет, он не попадет в клетку. Он наоборот спас Рози. А вдруг и он попадет в клетку? Не попадет, Аришечка. Ну, а с вами сегодня были папа и дочка Ариша. Всем пока-пока. Пока.